Добрый день, мои дорогие! Сегодня мы с вами приготовим борщ. Почти 3 часа варилась у меня грудинка говяжья. Сейчас я ее достану, уберу на тарелочку и буду добавлять овощи. Также мы с вами сделаем зажарку, потом порежем мясо, добавим в кастрюлю. Ну, в общем, приятного просмотра! Далее мы будем добавлять картофель, делать зажарку. Приятного просмотра!